Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алексей, и сегодня мы заканчиваем выживать в игрушке Subnautica. Я надеюсь, что мы сегодня сможем построить ракету и улететь домой. За кадром я уже перегнал циклоп в нашу основную базу. Вот я нахожусь именно здесь. Все здесь нормально, все живет, все цветет, все пахнет. Все ресурсы, которые были внизу, я также погрузил на циклоп, погрузил сюда мотылек. И, в общем-то, все, что нам может понадобиться, должно, точнее, не должно, а находится здесь, внутри циклопа. Ну, поехали. Для начала давайте сделаем день. Выспимся. Перед большой стройкой, как говорится. Так. Ох, потягушки, правильно. Все правильно. Все, отлично, он ласка гоняет. Чуть не сбил ее циклопом опять. Уж больно она быстрая. Так, что нам требуется? Нам требуется, во-первых, сборщик транспорта, конечно же. Сейчас мы его с вами возьмем. Остальное, ну не знаю. Фонарь нам, наверное, уже не понадобится, да? Фонарь мы выложим. Дальше. Резак нам тоже, наверное, уже не понадобится. Тоже выложим. Ну и аптечки вот эти вот. Я бы тоже выложил. По сути, чтобы не захламлять инвентарь. Во. Пойдет. Пойдет. Вылазим и прям где-нибудь вот здесь, наверное... Сверху я бы и разместил. Я бы, в общем-то, и разместил наш сборщик. Так. Давайте его вместо сканера. Отлично. Ну-ка. Да, вот над этим островком платформа как раз, наверное, будет... Нормально. Сейчас посмотрим. Посмотрим, что надо. Использовать сборщик транспорта. Итак, спасательная ракета «Нептун». Нам требуется 2 титановых слитка, микросхема, 4 свинца. Погнали? Погнали. Ага. С титаном проблемы. Хорошо. Сейчас я тогда быстренько сгоняю его, наковыряю. Вот и увидимся с вами, когда я уже титан добуду. Так, вроде поплавал. Вроде надыбал металлолома. Давайте делать. Так, сразу делаем... Первый слиток. Хорошо. И второй слиток. Отлично. 2 слитка титана имеются. Смотрим, что дальше. Что дальше нам нужно для пусковой платформы? Чтобы 100 раз наверх не плавать, да? Микросхема и 4 свинца. Так, для микросхемы. Для микросхемы нам нужно золото, медный провод, образец пластинчатого коралла. Медный провод. Одна медь есть, вот вторая. И 2 образца пластинчатого коралла. Вот он. Делаем медный провод. И делаем микросхему. Отлично. Так, и 4 свинца, да? Раз, два.
Свинец еще есть. Не переживайте, я снизу все взял. Здорово. Все, пускай носится здесь. Прикольное создание, на самом деле. Так. Пошли искать свинец. Тут? Не тут. Может, тут? Не тут. Нету. 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 Нету, да ладно. Ага, есть. Красота. Сейчас мы сделаем пусковую платформу. Чё, ночь опять, что ли? Серьезно? Блин, хочу день. Я так долго искал титан, что... Снова у нас спустилась ночь. Ну, давайте. Давайте поспим в коем-то веке. Отдохнем в здоровом теле, не пораженным никакими бактериями, да? Вот так вот. Можно сказать, последние ночи здесь ночуем. И потом до дому, до хаты. Так, вон он, наш сборщик транспорта. Это его подразвернуло малеха, да? Или нет? Так. И строим. Так, зависание. И пошло дело. О, какая хиробора здоровенная. Так. Что-то без музыки, без всякой, да? Бабах. Ну вот звук знатный. Звук знатный, спору нет. Так, и все. На этом миссия сборщика транспорта у нас закончилась. Подняться? Нет, хочу собрать. Хочу собрать. Сразу его положим на место, чтобы он нам не мешался. Может быть, кто-то еще окажется на этой планете и этому человеку пригодится. Так, зуб сталкера пока выкладываем. Дальше титан пока тоже лишний выкладываем. Нам наверняка нужно будет еще что-то титаном делать, но... Так, сожрать, попить. Погнали на эту самую платформу пусковую. Так, где тут забраться можно? Забраться можно с любой стороны. Так. Во какая штука. И терминал строительный здесь у нас имеется. Уже свой. Вот здесь будет располагаться наша ракета, друзья. Так, давай, бегом, бегом, бегом. Уже не терпится свалить отсюда. Так, построить. Башня подъемника Нептуна. Нужен пласталевый слиток, медный провод и смазка. Легко, в принципе. Легко. Пласталевый слиток. Сейчас сразу смазку. На смазку возьмем водоросли. Гроздь семян, точнее. Так. Пласталевый слиток. Нет, сначала смазку сделаем, да? Так, теперь нам нужен титановый слиток. 10 титана и 2 лития, кажется.
Поехали. Титановый слиток. И пласталевый слиток. Отлично. Отлично. Чертежи. И медный провод. И медный провод нам нужен. Раз, два. Медь, если что, еще в циклопе тоже есть. Так что насчет меди я тоже не переживаю. Все, поехали. Уже так нехотя поднимается по лестнице. Раньше, по-моему, быстрее бегал, да? Строим башню подъемника. Вот здесь уже музычка пошла. Отлично. Отлично. Имеется лифт. Ну-ка. Вот. И вот здесь у нас будет в дальнейшем вход в нашу ракету. Смотрите, какой прекрасный вид. Спасательная капсула наша. Так, там он в облаке горный остров. Здесь в облаке этот плавучий остров. Красивая панорама. Но нам нужно строиться дальше. Давайте посмотрим, какие же ингредиенты теперь нужны на ракету. Платформа хорошо, башня подъемника тоже хорошо, но надо на чем-то улетать. Так, опять-таки пласталевый слиток, комплект проводов, 2 аэрогеля, 3 никелевых руды. Чувствую, сейчас мне придется снова плавать, собирать титан. Потому что там десяток навряд ли наберется. Так, сколько? Как раз 10, да? Как раз 10. Ну тогда красота. Тогда живем. Литий есть. Так. Титановый слиток. И пласталевый слиток. Имеется. Что там еще нужно? Ускорители Нептуна, да? Комплект проводов. Аэрогель 2 штуки. Так, комплект проводов это без проблем. Серебро у меня есть на циклопе. Серебро где-то было. О! А прям здесь и сделаем комплект проводов, да? Так. Аэрогель, чтобы сделать, что нужно? Рубины, гелеобразный мешочек. Так, нужно пару рубинов. Так, а вот с рубинами как бы я не пролетел, а? Так, один есть. И еще один есть. Все, гелеобразные мешочки. Так, 3 никелевых руды, по-моему, еще нужно было. Где она тут у меня? Раз, два, три. Еще раз проверю, чтобы не бегать два раза.
Да, все, аэрогель остался. Гелевые мешочки у нас растут на грядке. Раз, два. Один аэрогель, второй аэрогель. Аэрогель. И теперь для ускорителей Нептуна все у нас готово, друзья. Погнали строить. Штуковина какая. Ну просто красота. Просто красота. И у нас должен появиться новый чертеж. Да, топливные баки Нептуна. Опять пласталевый слиток. Две ионных энергоячейки. Четыре кианита, четыре кристаллической серы. В принципе, все это есть, кроме, как ни странно, этого. Титана. Ну, это сейчас буквально три куска металлолома надыбать и все. Поэтому сейчас я опять поплаваю, пособираю металлолом. Уже все в округе собрал. И, наверное, нужно будет опять вызывать день. Ну, то есть, лечь поспать. Так, все. Буду я искать металлолом. Смотрите, как база красиво отсвечивает. В ночи. Набрал нужное количество. Так, сразу весь его переплавим. И делаем слиточек из титана. Так, два лития. Пласталевый. Есть контакт. Что там дальше надо? А дальше надо... Две ионных энергоячейки. Это я сейчас из циклопа вытащу. Четыре кристаллических серы, четыре кианита. Погнали на циклоп. Так, вместо них, наверное, вставим обычные. Хорошо. Четыре кристаллических серы. Четыре кианита. Где что у меня лежит, я уже не помню. Так, раз, два, три, четыре кианита. И четыре кристаллических серы. Не хватает места, да? Зуб сталкера сюда выложим. Вроде как все. Надо было титаний на базе тоже выложить.
Так, даже не пришлось, смотрите, проматывать ночь. Потому что опять всю ночь плавал, собирал. И пока нашел нужные ингредиенты, уже наступил день. Так, бегом, бегом, бегом. Райли Робинсон. Поехали. Топливные баки. Вот жалко, нельзя никак взлететь, посмотреть. Хотя, наверное, можно на подъемнике, да? Но пока мы будем подниматься, они уже достроят. Так. Все, есть контакт. Что там у нас следующее появилось? А следующее появилась кабина. Генератор щита циклопа, опять пласталевый слиток, микросхема, эмалевое стекло. Все это тоже очень легко добывается. Генератор щита мы прям с циклопа снимем. Микросхему сейчас сделаем, эмалевое стекло и пласталевый слиток. Погнали! Для начала пласталевый слиток сделаем, чтобы освободить в инвентаре место. Здорово! Так, опять титаний сначала переплавляем. Так, два лития. И пласталевый слиток. Хорошо. Микросхема. Это значит медный провод. Так, сразу два куска этого коралла. И что еще там? Золото, по-моему, нужно было. Так, медь у меня имеется на этом. На циклопе. Да даже в мотыльке, по-моему, где-то есть. Нет. Все-таки на циклопе. Так, золото. Вот она, медь. Значит, делаем медный провод. И делаем микросхему. Есть. Что там еще нужно, я забыл. А еще нужно генератор щита и эмалевое стекло. Так, где-то у меня тут кварцы были. Раз. Подождите, кварцы. Где-то, по-моему, я и простое стекло загружал. Или я его оставил внизу? Вот не помню. А, наверное, внизу оставил. Ладно. Так, еще кварц. Делаем. Чтобы эмалевое стекло, нам нужно сделать простое стекло. Правильно? Правильно. И зуб сталкера где-то здесь я выкладывал. Не сюда, значит сюда. Да, вот он. Так, эмалевое стекло. Отлично. Отлично. Остается генератор щита, который мы просто тупо снимаем с циклопа. Нам он уже не пригодится. Вот он. Отлично. Погнали строить кабину. Делаем. Так, успеем, нет?
подняться до того, как кабину построят. Сомневаюсь. Одна ракета, говорит, онлайн. Все, друзья, построена. Построена наша ракета. Ну и осталось только, в принципе, спуститься вниз, подготовить все для капсулы времени и отправляться. Отправляться домой, наконец-то. После стольких переживаний, мучений, приключений. Но согласитесь, оно было интересно. Ну, ласка гоняет. Оно было интересно. Так, а что я хочу в капсулу времени положить? Ну, явно не титан. Вот, я положу, наверное, полезные вещи. Кое-какие. Например, не знаю, термоклинок стоит ложить? Нет. Вот что я точно положу, так это две ионных энергоячейки и две ионных батарейки. Вот, могут, конечно, не пропустить на сайте. Могут не пропустить. Почему? Потому что скажут спойлер. Но уж лучше я попытаюсь и положу полезные вещи, чем класть вот всякое барахло, вот, которое, допустим, мне попалось. Вот совершенно ненужные вещи. Так, раз, два. И что там еще нужно? Золото, серебро. Это все у меня тут есть. Так, два золота, два серебра. Сделаем парочку ионных батареек. Раз, два. Так, и вытащим парочку ионных энергоячеек. Что еще положить? Ремонтный модуль стыковочного отсека можно положить. Вот эти вот всякие сканеры, резаки, строители. Это все на начальных этапах делается. Оно, собственно, не так важно, наверное, да? Вот этот модуль на Авроре человек найдет. Так, что еще можно туда впулить? Так, энергоячейки давайте ионные вытащим. Она, правда, не заряжена до конца, но тем не менее. Тем не менее, человек ее зарядит, если она ему, конечно, достанется. Если уважаемый модератор из сайта пропустят вот это все хозяйство. Так, ну и остается еще... Еще что-то положить. Запас жидкости. Не знаю, скрижаль ложить или нет. Кианит смысла нету ложить. Тогда действительно пропадет интерес. А вот это вот, почему я выбрал ячейки и батарейки? Потому что они открываются в самом конце игры, когда они уже практически не нужны. А так, если моя капсула пройдет вдруг, человек хоть попользуется. Человек хоть попользуется. Это большие, это не влезут. Так, ладно. Сейчас какой-нибудь модуль еще надыбаем для краба, допустим. По-моему, у меня где-то был лишний этот... То ли буравчик, говорю, бур для краба, то ли еще что-то. Так, да, вот бур лишний есть. Все, 6 предметов. Готово. Запас жидкости. Сейчас пополним. Так, раз, два. Так, и пожрать что-то надо, да? Пожрать. Где у нас тут еда? Еда у нас вся улетучилась. Ладно. Давайте сожрем. Вот, дыньки сожрем.
Подкрепиться же надо в дальнюю дорогу, правильно? Отлично. Все, по соточке. Погнали. Спасибо этому дому, как говорится. Пойдем к своему, к другому. Ну, Ласка, давай напоследок поиграем с тобой. Давай, удачи тебе. Живи, плодись и размножайся. Как ты это сделаешь в одиночестве, я не знаю, но задача была поставлена. Так, ну что, друзья, в путь. Ну, планета 4546B. Не поминайте лихом. Как говорил Гагарин, поехали. Так, вот здесь вот хранилище есть. Непонятно, для чего они сделаны. Ну, давайте туда сложим глайдер. Допустим, вот эти все предметы. Чтобы инвентарь у нас чистый был. Аптечку можно сложить. И запускаем вспомогательный источник питания. Активен. Коммуникационная антенна. Активно. Гидравлика. Отлично. Ну и вот он наш путь домой, друзья. Что мы сейчас делаем? Включить систему жизнеобеспечения. Life support systems online. Отлично. Подготовить капсулу времени. Итак, сюда мы можем положить наши 6 предметов. Есть. Далее мы можем загрузить изображение. Опять, чтобы спойлером не посчитали, я, наверное, вот этот вот снимок со взрывом загружу. Но это каждый видит в начале игры, поэтому как-то так. Выбрать? Давайте. И сообщение я уже подготовил на 3 языках. Вот сейчас посмотрим, как воспримет игра казахские буквы. Так, к сожалению, на 3 языках не помещаются. Казахстанские буквы воспринимают нормально. Но... придется часть текста удалить, потому что не влазит. Обидно. Обидно, блин. Ладно, попробуем так. Все равно. Все равно тогда вот здесь вот. Вот так сделаем. Вот так сделаем. Так, здесь сделаем вот так. Вот, теперь влазит текст. Теперь влазит. По-английски будет и по-русски. Блин, к сожалению, казахский вариант не поместился. Ну все. Статус готово. Готово, значит готово.
Ну и все, что ли? Ага. Добро. Добро. Еще раз повторюсь, если даже ее не пропустят, я буду спокоен, что я положил туда не всякую фигню. Ну а теперь поехали. Точно. Ракета не готова. А что еще? А, включить главный центральный процессор, конечно. Три тумблерочка, это же важно очень. Теперь готово? Все системы готовы к взлету. Запустить ракету. Погнали. Ready to launch on your command, Captain. Launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time capsule jettisoned. Капсула времени сброшена. Щит. 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 Твою ж ты налево. Ух. Пройдено. Я думал, сейчас опять железкой по башке и игра сначала. Как у нас в начале игры было, да? Но обошлось. Ближайшие межзвездные фазовые врата. Все, друзья, летим домой. Юху! Что есть волна без океана, начало без конца? Они разные, но они связаны воедино. Теперь ты уходишь к звездам, а я падаю на песок. Мы разные, но мы связаны. Слова морского императора. Ну вот и все, друзья. Вот и закончилось наше выживание в игре Subnautica. Вот, подводя итог, могу сказать, что хоть игра и была очень долго в раннем доступе, в конечном итоге у разработчиков получился очень добротный продукт. С единственным таким вот минусом, я еще раз повторюсь, вот эти вот ионные энергоячейки и батарейки, надо бы пораньше сделать к ним доступ, но это лично мое мнение. А в остальном мне все понравилось. Надеюсь, друзья, вам тоже. Поэтому, если так, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, пишите комментарии. И увидимся с вами в других играх, в других летсплеях, а я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем всего.